Ты наш папа занимается банными процедурами ребенка, ну как банными, меняет подгузник, потому что Дан описался уже, да? Так, все, переворачиваю камеру и продолжаю вам рассказывать. Всем доброе утро, мы уже проснулись, улыбнулись, это самое главное у нас, и как бы утром уже успели все принять душ, даже сын принял душ утром. Мы решили его не просто протереть, а решили помыть под душем. И он так кайфанул. Ему понравилось, да? Потом я сходила в душ, помыла уже голову наконец-то. Андрей сходил в душ. В общем, у нас продуктивно прошел уже, как бы, прошло утро. Сейчас мы что делаем? Что Что делаем? мы Я делаем? памперс меня. Мы меняем памперс. И я буду кормить Дана. И, может быть, пойдем гулять сейчас на улицу, потому что там погодка хорошая. Ну, как бы можно было бы сходить прогуляться. Да? Как скажешь. Можно пойти И с захочешь. коляской пройтись по частному сектору. Посмотрим сейчас. Короче, решим сейчас, как мы пойдем гулять. Потому что сегодня мы хотим уже чуть-чуть подольше. Нам вообще, у нас сегодня уборка вообще. Ну, у нас осталось только пропылесосить и помыть пол. Но пока солнце, желательно выйти с сыном. Сейчас, может, давайте все пройдемся где-то с коляской. Даже не по частному сектору, а куда-то выше поднимемся. Ты думаешь, мы туда дойдем? Да? Почему? Я просто не знаю по своим силам, смогу ли я дойти так далеко. Тебе тяжело ходить? Ну, я быстро устаю пока. Ну, посмотрим, давай сейчас подумаем. Короче, вот такие вот у нас делишечки. Пытаемся быстренько собраться и пойти сегодня в банк. Хотим получить социальную карту, вот эту, на которую можно будет уже заказать выплату на ребеночка нашего. Так что, и это будет, кстати, наша первая прогулочка, именно такая, выход в свет. Поэтому сейчас привожу себе порядок. Кстати, хна, я делала ее перед тем, как рожать, перед тем, как ехать в роддом 16 февраля. Сегодня у нас 28 февраля и до сих пор держится. Так что я довольна. Понятно. Ладно, давай за его рубай, надо будет. Ну что? Ничего. Мы гуляем? Да. Первая наша прогулочка с колясочкой. Класс. Ну что, вышли мы наконец-то на улицу. Идем сейчас в банк. Кайф, я чувствую себя на свободе. Я прям реально сейчас в восторге от этого сына. Тоже, по-моему, очень даже нравится в колясочке. Сейчас мы пройдем, я покажу. А ну, притормози чуть-чуть. Его там буцают? Ему там хорошо. На кочках. А ну дай я носик потрогаю. Носит щечки. Теплые очень. Очень теплые. Короче, вот такая вот у нас прогулочка, наконец-то первая. Пап, ты счастлив, что мы вышли на улицу? Да. Гулять с сыном. Ну, конечно. У меня уже нет живота здесь такого здоровенного, с которым я ходила. Мне было тяжело идти. Меня распирало вот так в стороны. Так что... О, господи, какой ветер. Что, ребят, мы уже получили карточку. Уже идем и гуляем с колясочкой. Да, сходили, скупились. И теперь идем домой. Вот, так что такие вот делишки. Там у нас мистер Мистер. Мистер Дан. Мистер Дан. Здесь мистер мистер Жун. Мистер Жун-Теремон.
домой. Прогулочка прошла очень хорошо. Ой, что мы купили, Зай? Кстати, ребенка очень теплая, хотя я переживала, что он может замерзнуть. А я его достала, а он очень теплый. Короче, сейчас покажем, что мы купили. Купили мой лавашек, купили батончик. Я с лавашем суп. Я тоже. Купили бананы. Андрей захотел попробовать, короче, там такое сейчас в акцию пиво. Литровая банка. Короче, Андрей захотел попробовать. Взяли. Такое эксклюзивное, какое-то необычное. Короче, очень симпатично. Фу, меня высушило на этой прогулке. Еще сейчас. Так, я взяла себе вот эту вот бювет негазированную, она розовенькая. Мы взяли нашему ребенку водить большую бутылочку. Решила попробовать рискнуть банан киви. Проверим, как будет. Так, пока греется суп, у нас есть на это минут 10. Я пошла взвалюсь, Зай. Давай. О, я очень устала. Капец. Ну что, ребят, конечно, день у нас прошел очень быстро. Мы, наверное, после прогулки уже ничего не снимали. Но у нас было все хорошо, мы пришли домой, покушали, как бы, покормили сына. И вместе с сыном, поубирали дома, короче, много чего поделали. И потом, когда Дан проснулся, мы вместе с ним уснули и спали где-то до 6:30. Потом проснулись все вместе и пошли к моим родителям в гости. У них побыли где-то до 8 с чем-то. И мы там пришли, у нас были купания. Теперь мы очень сладко спим. Спокойной ночи, Данусь. Я тебя люблю. Мы спим сладко. А мы будем с Андрюшей кушать. Кушать будем крылышки, гречку, что-то смотреть, какое-то видео. И после этого я вам покажу, как, ну, то есть мы вместе с вами, наверное, подадим заяву на выплаты социальные на ребеночка нашего. Да? Да. Так что приятного всем аппетита, а сейчас мы покушаем и к вам вернемся. Так, чтобы подать заявление, мы заходим на вот это kmu.gov.ua. И опускаемся чуть ниже, видим здесь электронные послуги, социальный захист, допомога при народженні дитини. Нажимаем сюда и пишем, что вот видим, подати заяву. Открывается у нас новая эта штука. И мы используем вот этот способ, потому что если мы через электронную почту, значит нам нужно вот знадобиться визит до органів соціального для особистого підписання документів. А вот эта вот штука позволяет нам все сделать онлайн. Но для того, чтобы сделать онлайн, нам нужно иметь карточку привата. И помимо этого, нам нужно иметь, как бы сделать в привате, заказать сейчас, сохранить электронную подпись. Сейчас будем искать. Заходим на приват, входим в свой аккаунт. Так,
Все, мы попали в свой кабинет. Здесь карточки, поэтому я их не показываю. Нам нужно найти бизнес. Заходим в бизнес. И завантажить сертификат. После того, как да не верни. Вот. Не использую, сейчас вводим свой. Нам приходит код, мы его вводим, ну, у каждого он будет свой, то есть это одноразовый код от PrivatBank, поэтому я это не вырезаю. Все, у нас сохранилось, сейчас заходим. Интересно, я могу как-то открыть? Наверное, не могу. В общем, возвращаемся мы теперь сюда. Берем папку. Вот у нас ключ. И сейчас вводим. А, вот. Я не поняла, что происходит. Вот здесь вам нужно выбрать PrivatBank. Вот. Этот ключ, ввести пароль, который вы сохраняли, и считаты. По идее, должно сработать. Все сработало. Сейчас вводим свои данные. Здесь вот у нас заявление. Будем сейчас его заполнять. Как бы здесь много чего заполнить, но я думаю, так будет все понятно, то есть все просто вводить по графе. И сейчас будем смотреть, что из этого получится, что продолжить, когда мы нажмем, что будет. Так, ну что, все. Как бы я ввела все данные, проверила потом. Сейчас мне пришло на почту как бы в электронном версии то, что я заполнила. И в ближайшие дни, то есть завтра, скорее всего, должны как бы написать, а все ли окей. Если не окей, то тоже должны написать, чтобы я могла еще раз перерегистрировать. Ну, это заняло не так уж много времени, просто я очень сейчас сонная, поэтому заняло чуть больше времени. А так типа достаточно очень быстро. Как бы получила карточку, ввела все данные. Надеюсь, все правильно. Будем смотреть дальше. В общем, ребят, пойду я сейчас в душ. Дан спит уже, Андрей тоже в кровати. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень всем. Спокойной ночи. Пока.